провести лето с отцом было моей идеей. Весь год я жил с мамой, с папой почти не общаемся. Надеюсь, это было хорошей идеей. Как дела? В школе? Слушай, вот вроде ничего, но только... Ой, ой, прости. Окей. Пап, пап, ты знаешь, я тут подумала, может, мы до речки дойдем? Так, погоди, погоди. Опасный момент. Слушай, а как футбол? Ты еще играешь? Да, да, я как раз хотела тебе рассказать. Ой, прости. Понял, понял. Пап! А что на обед-то будет? Красная карточка. Красная карточка. Оля, обед готов. Вечно в телефоне вся. Я в телефоне, потому что ты весь в телевизоре. А я вообще-то к тебе приехала. Вообще, нам надо с тобой договориться про детокс пространства. Какой детокс? Я борщ сварил. Ну, па, ну не такой детокс. Мы с тобой просто договоримся, что кухня – территория, свободная от экранов. Ни телефона, ни телевизора. Ты борщ-то любишь? Ну, люблю, люблю. А вот телевизор придется вынести. Это можно. В футбол ты играешь? Играю? Да я капитан команды. Нам с мамой правило про кухню без гаджетов далось почти войной. Сначала мне запрещали телефон после 6 вечера. Потом разрешалось пользоваться им только 3 часа в день. Но все заканчивалось скандалами. А вот простое правило с кухней сработало. Теперь я даже специально ухожу туда уроки делать, да или просто посидеть. Нам всем иногда нужно побыть наедине с собой, болтать с близкими. Даже если поначалу кажется, что и говорить не о чем.